Итак, ну что ж, дорогие друзья, сразу несколько гостей, с которыми с удовольствием, как и со всеми предыдущими и будущими, мы пообщаемся. Есть множество интересных вопросов, волнующих вопросов всех вас, уважаемые телезрители. Итак, собственно, наши гости. Владимир Анисимов, декан фармацевтического факультета Одесского национального медицинского университета. Степанов Геннадий Федорович, заместитель главы приемной комиссии, заведующий кафедрой клинической химии и лабораторной диагностики. А также Эдуард Станиславович Бурячковский, декан Международного факультета Одесского национального медицинского университета. Господа, здравствуйте, прошу вас. Так, я думаю, как-то по очереди я буду обозначить, для кого, кому я буду адресовывать тот или иной вопрос. Так, Владимир, да. Это у нас вы. Так, Геннадий Федорович, да, и Эдуард. Да, Станиславович, вы вот и познакомились. Итак, вопрос, Владимир, именно вам. Расскажите о вашем факультете. И главный вопрос, конечно же, трудоустройство. Насколько потом специалисты вашего факультета и в целом Одесского национального медицинского университета могут успешно найти работу? Наш фармацевтический факультет один из самых молодых факультетов медицинского университета, но продолжает традиции, которые заложены были еще с 1903 года в университете нашего региона, нашего города Одессы. Соответственно, сейчас и к нам, как к молодому факультету, особое внимание. Нас руководство университета и Валерий Николаевич уделяет большое внимание. У нас современный сейчас корпус с ремонтом, оборудование постоянно обновляется. То есть для отработки практических навыков у нас все на факультете есть. И плюс сейчас в перспективах это создание собственной университетской аптеки, где наши студенты смогут также оттачивать свои практические навыки. А по поводу трудоустройства, действительно, профессия очень востребована. Очень большое количество аптек, фармацевтических компаний, лабораторий контроля качества лекарственных средств. Поэтому и у нас даже такая вот традиция: на старших курсах к нам приходят работодатели, проводят мастер-классы, общаются, выбирают лучших студентов, которые им понравились и которым они понравились нашим студентам. Поэтому у нас 100% все трудоустроены, все довольны. Кто хочет, обязательно работа будет. Главное уже здесь желание непосредственно выпускников. Да. Я думаю, что так. Следующий вопрос Геннадию Федоровичу и Эдуарду Станиславовичу. Расскажите о вашем факультете. Опять же, волнует вопрос и трудоустройства. Ну, я сподіваюсь, що Эдуард Станиславович, він декан міжнародного факультету, більш детально розповість. Я як завідувач кафедрою і довгий час працюю в приймальній комісії вже 20 років. Можу сказати, що дійсно з працевлаштуванням у нас все гаразд. Крім цього, адміністрація університету разом з департаментами і міської охорони здоров'я, і обласної департаменту обласної охорони здоров'я тісно спілкуються, проводять мастер-класи, і дуже багато головних лікарів і області, не тільки Одеської, Миколаївської, і Херсонської, приїжджають до нас і спілкуються з нашими випускниками. І хочу сказати, що випускники задоволені і з задоволенням йдуть до них працювати. Да, я як декан міжнародного факультету хочу сказати, що наш университет – это один из ведущих университетов по подготовке иностранных граждан. И вот буквально сегодня стартанул, начал свою работу третий форум международного образования, где вот он в этом году проходит в дистанционном режиме. И там одна
это организатор Украинский Державный Центр Международной Освиты. И один из докладов был посвящен как раз количеству иностранных студентов, которые в Украине занимаются, их достаточно большое количество. И Одесский Национальный Медицинский Университет сейчас занимает 4-е место по Украине по количеству иностранных студентов. Угу. То есть это уже показатель того, что наш университет действительно лидер в образовании для иностранных граждан, и они выбирают... это, скажем так, традиционно вообще, потому что первые два места харьковские вузы занимают, понятное дело, Киев и Одесса, Одесский национальный медицинский университет, хотя уже пооткрывались и другие, но мы достойно составляем им конкуренцию, и в настоящее время у нас учатся почти 3000 иностранных студентов, то есть достаточно большое количество. Это во-первых. Мы... стараемся соответствовать трендам и современности, несмотря на то, что коронавирусные вот эти все ограничения, и действительно был достаточно такой серьезный спад и проблемы с поступлением, но мы вот эту цифру сохранили и продолжаем подготовку на высоком уровне, подготовку иностранных студентов. Мы академизм сочетаем, да, современными образовательными технологиями. В том числе вот и Владимир Юрьевич уже говорил о том, что у нас достаточно мощное симуляционное оборудование сейчас, потому что это тренд. Сейчас студенты учатся на современных манекенах, современных симуляционных классах. Мы одни из первых в Украине внедрили так называемый объективный структурированный клинический экзамен, да, для выпускников наших, который соответствует всем мировым требованиям. Они действительно, он объективный, действительно он структурированный, действительно он отображает объективно уровень подготовки. Надо сказать, что наши студенты, в том числе вот иностранные студенты, с которыми мы занимаемся, на достаточно хорошем уровне сдают этот экзамен, и в дальнейшем у них, не возникает проблем. Даже вот 2 года назад у нас учился студент, сейчас он уже доктор, в Индии он сдал, он первое место занял по баллам среди всех выпускников иностранных вузов, которые сдавали национальный экзамен по присвоению квалификации. Да. Это было в 2018 году. Здорово. Господа, общий вопрос. Какое внимание вы уделяете практической подготовке на вашем факультете? То, что говорил Эдуард Станиславович, в целом у нас развита система подготовки, практической подготовки с использованием симуляторов, наверное, больше Геннадий Федорович сейчас скажет, а по фармацевтическому факультету у нас есть аптека тоже, как мы ее используем для учебного процесса, учебная аптека, и вот в планах собственную именно производственную аптеку, а в целом у нас договора с аптечными учреждениями города нашего, с заводом Интерхим, и студенты в полной мере проходят там практику и получают, закрепляют практические навыки. Я хочу зазначити, як завідувач кафедрою, теоретичною кафедрою, хочу зазначити, що наші студенти не тільки отримують якісні теоретичні знання, але і майже на кожному занятті це практично. Це все обумовлено тим, що дійсно вже багато років вкладуться дуже великі кошти в придбання сучасної апаратури. У нас відкриті найсучасніші науково-дослідні інститути, генетико-молекулярний інститут і клітинної патології. Тому наші студенти не тільки проводять практичні навички в аудиторіях кафедри, але і проводять і навчаються в цих університетах, тому що вони дійсно створені не тільки для проведення науково-дослідних робіт, але як для втілення в навчальний процес. Ще буквально 2 слова, об этом тоже нельзя не сказать, потому что наш университет был одним из первых, который вел преподавание на английском языке. Если можно чуть-чуть ближе микрофон. На английском языке. И
мы пионеры, скажем так, в том смысле, что у нас, наверное, у первых, одних из первых появилась свои собственные университетская клиника, да, и студенты уже после медико-биологического блока дисциплин, после сдачи определенных экзаменов, они приступают к клиническим дисциплинам и имеют возможность непосредственно тех кафедрах, которые располагаются на базе университетских клиник, общаться с больными, да, видеть живых больных. Это не то, что немаловажно, это один из главных, наверное, приоритетов в практической подготовки врачей. Возможно, вопрос непосредственно, опять же, Владимир, вам. Мы знаем, что, возможно, у всех есть ответ, помогает в образовании вот эти симуляционные центры, о которых вы уже были сказали, насколько они сегодня оснащены, что за оборудование, вот непосредственно так хочется спросить, представлено, и каким навыкам там учатся ваши студенты? Наверное, да. Симуляционный центр. Ну, симуляционный центр в настоящее время укомплектован в достаточном количестве. Это навыки, конечно же, вы же понимаете, что навыки это базовые навыки, которыми должен обладать будущий врач после получения диплома. Потому что впереди у будущего врача, это, наверное, отличительная черта профессии медицинской, у него впереди еще интернатура, да, это так называемое последипломное образование, потому что мы знаем, что без интернатуры студент, бывший студент, уже врач-интерн, он, когда ее заканчивает, он только после этого имеет право самостоятельно заниматься лечебной деятельностью. Поэтому и мы же тоже не стоим на месте, потому что когда мы начинали организовывать симуляционный центр, и когда и на настоящем этапе, и в будущем, все же изменяется. А сейчас это очень быстро все происходит. Меняется и программное обеспечение, меняются и возможности этих и манекенов, и симуляционных. Поэтому мы постоянно стараемся быть в тренде, и постоянно обновляется и база, и постоянно обновляется и симуляционное оборудование в том числе. Геннадий Федорович, расскажите об особенностях приема абитуриентов в ваш университет вот в этом году. Да, я хочу зазначити, що вступна кампанія 2021 року дещо відрізняється від 2020 року. В цьому році наш університет оголошує набір на підготовку фахівців з вищої освіти в межах ліцензії ліцензійного обсягу при наявності ліцензії на перший курс галузі знань 22 охорони здоров'я, спеціальності медицина, стоматологія та фармація, як серед громадян України, так і іноземних громадян. Крім цього, ми оголошуємо набір на другий курс вступників, які мають диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю медсестринства. Вони мають право вступати на другий курс спеціальності медицина або фармація, а також які мають диплом диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю фармація, вони мають право вступати на спеціальність фармація, а також на спеціальність стоматологія, які мають диплом молодшого спеціаліста з стоматології ортопедичної чи загальної стоматології. Я гадаю, що наших вступників і всіх цікавить, які предмети у цьому році потрібні для вступу в наш університет, і саме головне, яка мінімальна кількість балів, з якими майбутні вступники будуть допущені до участі у конкурсі. По всім спеціальностям, це стосується першого курсу, всі спеціальності і медицини, і стоматологія, і фармація. Перший предмет обов'язковий на спеціальність медицина і стоматологія – українська мова. Не менше 130 балів на спеціальність фармація – 100 балів. Другий предмет обов'язковий – це математика. На спеціальність медицина та на спеціальність стоматологія мінімальний конкурсний бал 150, на спеціальність фармація 100. І третій предмет на вибір майбутнього вступника вибирає він з трьох предметів, це або біологія, або хімія, або фізика. На спеціальність медицина і стоматологія це 150 балів мінімальний, а на спеціальність фармація 100 балів. Якщо ми говоримо про вступ на другий курс на базі молодшого спеціаліста, то майбутні вступники повинні надати до приймальної комісії сертифікат з двох предметів. Перший предмет обов'язковий – це українська мова з мінімальною кількістю балів, я маю на увазі 100 з прохідним, і другий предмет на їх вибір із
тих предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. І там 7 чи 8 предметів, от крім української, будь-який предмет принесуть абітурієнти нам, будь-то історія, хімія, біологія, фізика, географія, іноземна мова, немає значення. І будуть здавати у нас комплексний іспит. Всі програми оприлюднені на сайті університету, вчасно зроблені правила прийому, розроблені на основі умов прийому. Хочу зазначити, що в цьому році у всіх вузах України, в тому числі і нашому вузі, приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, починаючи з 18-го року, 18-й або 19-й, або 20-й, або 21-й в будь-яких комбінаціях. Ну, це основні питання, які часто задають майбутні вступники по вступу до нашого університету. Вот такой у меня есть следующий вопрос. Как вроде бы мы знаем, все вы учились, собственно, в университете, да? И вот, господа, почему остались преподавать там? Я хочу сказати, що випускниками нашого університету і є я і Едуард Станіславович. Ми більш того, ми вчились на одному курсі з ним. Володимир Юрійович вже прийшов в нашу велику сім'ю, закінчивши теж Одеський національний університет. Що стосується мене, чому я залишився в цьому університеті, це не дивно, тому що я виріс в сім'ї медичних працівників, я змалечку завжди був у лікарнях з мамою, і тому я профорієнтований. І йшов цей вуз. Якщо чесно кажучи, я хотів бути хірургом, але коли я прийшов на другому курсі на кафедру біологічної хімії, мене вона дуже зацікавила, мене зацікавили молекулярні механізми розвитку різної патології, мені дуже стало цікаво, і я залишився в цьому університеті займатися наукою, ну і далі вчити майбутніх наших лікарів. В свое время, я, наверное, с детства, да, даже сейчас не вспомню, с какого возраста мечтал стать врачом, но потом, когда человек взрослеет, он понимает, что он хочет от этой жизни. Когда я поступил в медицинский университет, и вот на третьем курсе как раз Геннадий Федорович говорил про свою кафедру, она у нас была на втором курсе, а я на третьем курсе пришел на кафедру патологической анатомии, потому что моя специальность – это патологическая анатомия. И я понял, что я, наверное, хочу вот именно здесь остаться, на этой кафедре. Такой академизм был, и такой музей у нас один из самых лучших музеев патологической анатомии. Конечно, музей – это не в том понимании, как мы привыкли, вот там художественный музей, куда билеты покупают. Музей – это учебный музей, в котором студенты учились, и мы это вживую видели, все эти изменения, все. И я потом понял, что где-то хочется все-таки заняться еще и наукой. Ну и немаловажный, конечно же, немаловажную роль сыграл и мой декан, да, наш декан с Геннадием Федоровичем, профессор Бажора Юрий Иванович. Потом он был уже проректором нашего университета. И то, что в свое время я достаточно серьезно занимался изучением иностранного языка, и как раз тогда открывалось обучение на иностранном языке для иностранных граждан. И мне предложили, я с радостью, конечно же, и начал заниматься и научной, и преподавательской деятельностью, в том числе и преподавал на иностранном языке, и на французском, и на английском, потом уже в будущем. Спасибо. Спасибо большое. Ну и в завершение хотелось бы попросить вас парочку слов в виде пожелания всем телезрителям. Давайте. Мабуть, я побажаю майбутнім вступникам на завершальному етапі 11-класникам. Я хочу побажати натхнено зараз працювати над предметами, якісно і дійсно показати високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Ми вас дуже чекаємо. Хочу зазначити, що вибираючи спеціальність лікаря, ви повинні вибирати за покликанням. Це по-перше. По-друге, ви повинні бути готовими до наполегливої, дуже важкого навчання.
Якщо ви цього освоїте фундаментальні науки, клінічні науки і постійно будете працювати над собою, ви будете прекрасним лікарем. В освоєнні наук я більш чим знаю, вам допоможуть наші висококваліфіковані викладачі нашого університету. Владимир? Я тоже хочу пожелать нашей молодежи действительно выбрать свой путь. Не обязательно это медицина, стоматология, фармация, которую наш вуз с успехом готовит специалистов в этой области. Выбирайте то, что вам по душе, ваше призвание, потому что так, чтобы закончить университет и потом пойти в другую сферу, это не самый лучший вариант, хотя университет это вас подготовит к жизни. Поэтому в добрый путь, у вас все еще впереди. Да, и присоединяясь вот к своим коллегам, хочу пожелать, конечно же, здоровья, крепкого здоровья всем и нашим будущим абитуриентам и тем студентам, которые сейчас учатся, нашим преподавателям, нашим учителям. И хочется еще сказать пару слов родителям, потому что они тоже играют немаловажную роль в выборе будущей профессии для своих детей. Они должны, скажем так, помочь своим детям выбрать, сделать правильный выбор, где-то подсказать, где-то там пододвинуть к этому, выяснить и понимать, что они тоже где-то несут ответственность за то, что, кем их дети станут в будущем. Вот. Ну, здоровья, здоровья, и приходите учиться в Одесский национальный медицинский. Спасибо.